привет, с вами Вика. Сегодня на улице вот это вот такое вот творится. Вы просто посмотрите, там дождь льет. Я сейчас на балконе, все трясемся. И вот, смотрите, там самый сильный дом, вот там вышки, тебе почти их не видно. И, кстати, тут еще радуга была. Я вам радугу забыла показать. То есть этот нету. Тут еще град льет. Мы тут положили такие полотенца, потому что тут немножко капает. Тут сетка, потому что немножко капает. Короче, он все сильнее и сильнее. Там вообще была туча. Такая прям сильная. Кстати, вот тут, тут тоже проливает. Тут тоже немножко мокренькое. Смотрите, что там такое происходит. Весь дождь льет. Тут уже туча, вот там прям была прям черная туча, и она уже, ее уже нету. Это очень хорошо, он все сильнее и сильнее льет. Классная погода, полдня шел дождь, то есть полдня была очень хорошая погода, солнце, мы даже на почту ходили. А сейчас вот дождь, хорошо. Так, каждый день, блин, льют дожди. Смотрите, я прям чувствую, там молния мергнула. Все, пошли отсюда быстро. Бежим, блин, отсюда быстро, там молния.